Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на канале Цифровой витрины, где мы рассказываем вам о наших новинках. Сегодня речь пойдет о новой аудиокниге Сергея Эдуардовича Воронина «Одиссея из Поднебесной». Послушать данную аудиокнигу можно бесплатно на Цифровой витрине. Сюжетная линия выстроена вокруг рассказов случайных попутчиков в вагоне по пути следования в Китай. Все события и персонажи являются подлинными. По сюжету повести главный герой Сережа Ковришкин до жизни в Китае был 25-летним юношей-домоседом, который дальше Барнаула никогда не выезжал. Поэтому поездка в Китай в 1991 году для него стала сравнима с полетом на Марс. Китайцы воспринимались автором как самые настоящие инопланетяне. Именно поэтому представленная повесть поражает читателей таким изобилием мельчайших деталей, которые прочно врезались в память автора. Это же касается и нежного, трогательного образа китайской девушки Люн Айге, которая навсегда осталась в сердце того влюбленного сибирского юноши Сережи образца 1991 года. Слушайте бесплатно новую аудиокнигу Сергея Эдуардовича Воронина «Одиссея из Поднебесной» только на Цифровой витрине. Напоминаю, ссылочка находится внизу под роликом. Переходите прямо сейчас. Не забывайте ставить лайк, оставляйте свои комментарии и подписывайтесь на наш канал, если еще не сделали этого.